эксцентриссимо. Четыре коктейля в сутки. Не всякий вятский тусовщик столько за пятничный вечер выпивает. И не всякая лакшери-красотка может себе столько позволить. Хотя бы из соображений поддержания глянца своей обложки. А Елизавете второй уже нечем беспокоиться, так что она пьет в свое удовольствие. В свои 91. Начинается все еще до ланча. Джин или дюбане со льдом и долькой лимона. На монаршем обеденном столе всегда есть вино. Ближе к вечеру королева поддерживает себя мартини, а отметить окончание очередного дня она предпочитает шампанским. Муж супругу в ее привычках не поддерживает, герцог эдинбургский предпочитает пиво и ни с чем его не мешает. Со своими пристрастиями хорошо бы жилось в Букингемском дворце Джеймсу Бонду, если бы он существовал. «Смешать, но не взбалтывать», — говорил бы он прислуге, жонглирующей бутылками водки и мартини. А если поменять водку на бриллиант, вместо визитной карточки секретного агента получим самый дорогой в мире коктейль. Правда, ехать за ним придется уже не в Британию. За 10 тысяч долларов драгоценность в бокале подадут в одном из отелей Нью-Йорка. Цена вроде бы не заоблачная, но за 7 лет продали всего пару таких коктейлей, причем один для предложения руки и сердца. Видимо, и желание гульнуть встречает в голове богатого фразу Цицерона: «Не быть расточительным – доход». Эксцентриссимо.